В Башкортостане объем переработки сельхозпродукции планируют увеличить до 200 миллиардов рублей. Это позволит республике в течение 5 лет войти в число ведущих регионов страны по этому показателю. Об этом заявил министр сельского хозяйства, вице-премьер региона Ильшат Фазрахманов. Субсидии с бюджета получат предприятия, которые будут заниматься переработкой сельхозсырья независимо от их формы собственности. Это могут быть сельхозпредприятия, общества с ограниченной ответственностью, кооперативы или индивидуальные предприниматели. Кроме того, в числе механизмов господдержки предусматривается возмещение части затрат на приобретение сырья, техники и оборудования для пищевой промышленности, а также гранты до 14 миллионов рублей на создание перерабатывающих кооперативов. То есть по приоритету, по конкурсу в основном поставим коэффициент очень высокий, кто будет покупать за эти деньги до 5 миллионов убойные цеха, полуфабрикаты, значит, возможно, холодильники. Это будет у нас приоритет. То есть мы господдержку перенаправляем от сырья в большую сторону переработки. Но чтобы не тратить зря федеральные деньги, лучше вот все равно переломный момент 2021 года должен быть. Также глава республики Ради Хабиров предложил организовать тематические мероприятия для башкирских производителей. В рамках третьего пакета антикризисных мер на углубление переработки сельхозпродукции направят 100 миллионов рублей.